видимо, искусство современное, российское, разное. Я здесь близок мне, что на самом деле и пермякам я говорил, когда они пытались сплотить под лозунгом современное искусство, в то время как оно разобщающая сила. Конкретный случай, те же самые абажуры, это обуютило. А это? Обуютило, обуютило. И если покопаться в памяти, мы найдем такие примеры. Еще немножко против слишком острого противопоставления. Не в потенциале коммуникации с властью. Вся прелесть этого проекта, что тут разные уровни коммуникации, и у Марины Михайловны прозвучало. Здесь коммуникация состоялась, здесь коммуникация состоялась, и дальше пошло. Наращивать, не говорить, что вот не сюда. Вот еще один уровень коммуникации, когда я смотрю на эти домики. Вот прелесть этих домиков, среди прочего, состоит в том, что там есть вот такая повседневная раскраска, как ребенком книжки раскраски раскрашенная. Таким образом, с властью коммуникация состоялась, пусть она произрастает. Вот с этими, с местными, господа художники, ведь они же украшали обитатели до этих домиков, они совсем не убогие, они эстетизированные, или как нам по-английски говорят, бьютифицированные эти домики. Вот он потенциал. То есть это называется гоните, значит, с депрессивных территорий красоту в дверь, она придет из магазина. Да.